Добрый день. Давайте быстро разберемся с вопросом, стоит ли заправлять майку в штаны. Ну, во-первых, с такого слова, как штаны, не существует. Да, это должны быть брюки, либо джинсы, либо брюки чинос. Вот, ну, либо шорты. Также еще бриджи, бермуды и так далее. Но, тем не менее, возвращаемся к майке. Значит, ответ на этот вопрос очень простой. Вы должны попробовать оба способа для конкретной майки. Вот, и посмотреть, какой из них лучше. Почему не стоит придерживаться каких-то жестких рекомендаций? Потому что когда один из аспектов действительности абсолютизируется, да, то это становится не истина, а заблуждение. То есть действительно в большинстве случаев майку не нужно заправлять в брюки. Но в ряде случаев это нужно делать, да, когда это очень облегающая майка, и она длинная очень. Да, то есть, если вы носите майку на выпуск, то она может мешать вам засовывать руки в карманы. Да. В этом случае, если она также узкая, да, и длинная, то вы можете ее заправить. Во всех других случаях нужно смотреть индивидуально. Потому что короткая майка, заправленная в брюки, она может иногда выскакивать из него, то есть у вас будет обнажаться какая-нибудь задняя часть тела и так далее. Вот. В ряде случаев стоит майку заправить, чтобы не было видно некрасиво торчащих трусов из-под штанов. Да? То есть здесь нужно смотреть индивидуально. Вот. Если у вас есть вопросы к этому видео, то пишите, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Спасибо большое за внимание.